Привет, друзья! Не знаю, как влезет вообще в кадр или нет, но хочу показать вам печально известный огромный какой-то, я не знаю, спальный мешок от Lama Gold, якобы медицинского назначения. И также еще спальное туристическое одеяло тоже от Lama Gold. Если кто-то сталкивался вообще с этой фирмой, не советую у них ничего заказывать, покупать или вообще это просто мошенники. И придет время, я о них расскажу. Просто подумала, что когда придет время и буду рассказывать, этих товаров у нас уже не будет, поэтому решила их заснять. Собственно, сегодня приедут забирать наконец-то. Больше года судебных разбирательств, и у нас наконец-то их забирают и возвращают нам деньги за это все дерьмо. Извините за нецензуру. В общем-то, вот так выглядит цветочная снаружи, вроде как ХБ. И если видно, вот меховое внутри. Оно на кнопках, и вроде как там как-то по-особенному, как спальный мешок, собирается. Оно не распаковывалось ни разу. И, в общем-то, вот такой сумки. Вот так выглядит. Это то, что касается туристического одеяла. Ой. Есть еще вот такое огромное, я даже не знаю, как это назвать. Здесь просто написано одеяло. Ну, и все. Я вам скажу, что все, что об этих вещах говорят, это все бред сивой кобылы. Типа это какая-то стопроцентная шерсть альпийских коров, как я их называю, но там немножко не коровы, а кто-то другой используется. Это все ерунда. По внешнему виду, вот даже просто трогая эту штуку и смотря на нее просто глазами, можно понять невооруженным глазом, что ворс синтетический. Вот, и в принципе ничего здесь шерстяного я не вижу. Видно, что ворс это синтетика, либо акрил. Никакого качества в принципе нету. И по тем отзывам, которые читались в интернете, у большинства людей, кто попался на эту удочку, у них серьезная аллергия на эту вещь. Вот. Ну, в общем, будет у меня время, я более подробно об этом расскажу, об этих мошенниках, и расскажу, как, собственно, мы попались на удочку, и что мы сделали для того, чтобы, наконец, избавиться от этих вещей. Вот, и, в общем-то, сегодня их забирают. Пока-пока, альпийские коровы, наконец-то у нас освободится половина комнаты.